Там медведь. Олень вон лежит, а он там медведь. Ты видел или ты услышал? Да, я видел, он там рычал. Многие знают расхожее выражение «каждый охотник – рыболов, но не каждый рыболов – охотник». Почему складывается такая зависимость? Попробуем разобраться. Если законодательство позволит, как раньше, детей таскать на охоты, как бы, чтобы они присутствовали, давать им все-таки возможность выстрела, чтобы не перегорели, для того, чтобы дети все-таки вливались в охоту более раньше, а не после 20 лет. Детство, когда можно еще отдаться каким-то увлечениям и где-то реализовать себя, мы сейчас его просто накрываем.